Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в 5-й сезон, в 29-ю серию. Да, ребята, в предыдущей серии мы словили первого легендарного покемона в этом сезоне. То есть Шрайкоу, да, который заспавнился вот возле нас тут. Где он заспавнился? Вот тут, в саванне, класс. Так, в этой серии я хотел показать то, что я сделал. Но сначала знаете, что мы сделаем? Усовершенствуем нашу зачаровалку. 4 нам нужно вроде. Тут нам 1-2 нужно вроде. Скажи, что у нас есть чернила, я тебя умоляю. Перо есть, а чернила нету. Вот это-то и хреново. Dragon fruit, пекан. А давайте пекан посадим, что ли. У нас чернила нет, это хреново. Прям очень. Сейчас за одного вот этого идти в море ловить там. Ладно, так, сейчас это сюда. Быстренько. Сейчас, тогда сразу же сделаем вот так. И пойдем куда-то в море. Вот. Допустим, вот сюда, да? Минус 2575, минус 2000. Вот так. Кто тут у нас? Нет. Кто тут у нас? Нет. Нам нужно Тентакула или Тентакруэля. И потом еще даже можно... Опа, ща. Краб или омар это? Фиг его знает. Омар, походу. Так. Ну, это мы не подняли. Ну, да ладно. Тентакул. Ай, нет. Почему так хреново видно? Наверное, из-за шейдеров. А, я думаю, чё мы так медленно спускаемся? Так, быстро. Вот, отлично. Да где наш? Вот. Ху, так. Это вы? Те, кто мне нужен? Я надеюсь. Пожалуйста, скажи, что это... Нет, это Голдин. Тентакул. Нам нужно просто для того, чтобы чернила себе сделать. Точнее, выбить с тентакула. Курсола, ни хрена себе, я такого еще и не видел, если честно. Так, ладно, покеспаун. Тентакул. Ага, а сейчас его еще и нету даже. Опа, мы еще и взлетать уже не можем. Класс. Так, сейчас спустимся немного. Чё ж ты такой медленный-то, а? Вот. Опа. Тента. Только это Круэль, да? Или Кул? Нет, это Кул. Так, сейчас быстренько. Да пофиг тут, чем его бить, если честно. Да, все, отлично, можно домой идти. Можно уже домой идти. Вот так. Ух, как без шейдеров как-то. Как-то вообще никак-то. Так. Вот то, что я хотел. Сейчас, давайте сначала это посадим. Я тоже хотел слетать в биомы, которые вы написали, то есть в
в предыдущей серии, то есть две серии назад, я показал, точнее, сказал вам свой сид, и кто имел желание или помочь мне найти, или через какую-то программу найти биом, тот мне помог и в той серии выложил координаты. И поэтому я еще пока что не слетал, но постараюсь как можно быстрее потом слетать по этим координатам. Так, еще что, ребята, еще мы выкладываем нашего Черизарда, мы выкладываем, потому что он уже прокачался. Вот так. И берем, давайте Иви возьмем, у нас куча Иви, и покушаем. Ребята, в этой серии у нас будет возвращение музея. То есть я уже его достроил там немного, то есть появились вроде 42 новых места, то есть еще даже больше, чем на первом этаже там мест будет. Поэтому, ребята, сейчас в этой серии множество людей попадут в музей, но около 7-8, потому что покемонов у нас нету. Айкоу я еще не буду ставить в музей, потому что для легендарных я потом сделаю отдельное место. И поэтому, ребята, начинаем заново, еще более активнее ставить лайки, это тоже учитывается, и еще более активнее комментировать, потому что, говорю, ребята, в этой серии у нас возвращение музея, и в этой серии я запишу музей тех людей, которые уже как бы есть в блокноте, но если вы дальше будете продолжать комментировать, то вы тоже сможете попасть в музей, то есть другие люди тоже смогут попасть в музей, если вы, конечно, активно комментируете. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Дальше я не помню. А вроде вот так и вроде вот так. Да. Фу. Даже светится, ребята. Вот так. И давайте зачарим Efficiency and Breaking. А, не только... Ну, хотя бы на один, то есть уже не так быстро будет ломаться. Это уже круто. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Мы потопали в музей. Так, ну ща покажем. Покажу, ребята. Я сделал подвал, то есть он не скажу, что прям очень большой. Оу, чё-то меня там залагало на том месте. Так, ну что, спускаемся. Наш подвальчик. Только, ребят, посмотрите отсюда, сколько тут новых мест. Тут 10, тут 10, 20. Тут 8, тут 8. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 новых места, как я сказал. Фу. Знаете почему? Я сразу объясню тем, кто уже задается вопросом. А чё ты туда смотришь, дебил? Я сразу объясню тем, кто уже задается вопросом. Эдисон, почему ты поставил две Флаффи, а не поставил Марипа, Флаффи и Эмфороса? Да, в принципе, как должно быть логично. А потому что, ребята, Марип почему-то невидимый. То есть, смотрите, я вам даже покажу. Вот. Вот. Марип. Нету. Но зато тут покемон где-то есть. Но он невидимый. То есть Марип не спавнится. Это хреново. Поэтому я поставил две Флаффи. Ну, в принципе, ладно. И сейчас уже можно даже менять на шайни. Вот так. Уже давайте Эмфороса заодно поменяем. Так, ну что? Ну что, ребята? Я открываю текстовый документ. Фух. Так, истории... С Хари Сиас. Ух, я даже не знаю, как тебя записать. Может просто Хари Сиа. Вот, допустим, вот так. Сейчас. Хари Сиа. Вот так. Или у тебя написано Сиас. Ну, пускай так будет. Дальше, тебя удаляем. Игорь Морозюк. Я не знаю, добавил я тебя уже в музей или нет. Если добавил уже перед Морозюк. Правильно написал? Морозюк, правильно. Я, если добавил тебя уже в музей... О, там Шайни. Кто? Зубат! Вот кого Зубата я хочу. 164, 120... 194, 125. 194, 75, 125. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Пожалуйста, я не хочу за тобой сутками летать. Во, ху, быстренько, 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 даскбол. Как раз ночью. Пожалуйста, словись. Отлично. Новый шайни, ребята. И не голбат, как мы встречали уже раза два шайни голбата, а зубат, то есть первая эволюция. Ху, так, ладно.
Дальше. Игорь Морозюк, я еще раз тебя попрошу, если я тебя уже добавлял ранее в музей, то напиши, пожалуйста. Потому что, если честно, не помню. То есть, что-то мне твое имя, если честно, немного знакомое. То есть, или я добавлял, или фиг его знает. Ну вот ты. Если что, я тебя уже удаляю из музея. Дальше у нас идет кто? Дальше у нас идет Макс Тайгер. Макс Тайгер. Если хочешь поменять имя, то, в принципе, напиши в комментариях, я потом поменяю. Потом у нас идет Сквиртл, уже даже Вартортл можно добавить. Вартортл. Вот так. А, куда я написал? Вартортл. Вот так. Ну, вот так. Ух, нет, это слишком большое. Так, дальше кто у нас идет? Макс Тайгер, я тебя удаляю. Трэш Чаннел. Но если хочешь поменять имя, у тебя вот так написано. Если хочешь поменять имя, то напиши в комментариях, я поменяю. Но я написал правильно так же, как у тебя написано. Дальше. Шайни Тропинч у нас идет. Добби 228. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 новых людей в одной серии. Добби 228 я тебя удаляю. Потом Артиом 944. Артиом 944. Все, новых покемонов у нас вроде нет. Давайте проверим. А, ну Зубат еще, да, только что мы его словили. Мы... Да, твою мать, а. Вот с такими лагами нужно перезаходить, потому что что-то залагивает и все, не хочет открываться. Ребят, я надеюсь, эта серия заслуживает лайка, потому что я вот этот музей вы себе... Ну не представляете, сколько я вот только вот этот этаж строил. Этот этаж я строил около 4-5 часов. То есть тут же все было забито, то есть тут высота 10 блоков. Это все я равнял вручную. 10 блоков высоты, и сколько туда я равнял, сколько сюда я равнял, сколько сюда я равнял. Это все 10 блоков высоты. И потом я вот это все заново ставил вот этими блоками. Потом, короче, ребят, это было часов 5. Вот там еще, ни хрена себе. Мы, короче, 228, 65, 118, 200... 28, 75, 118. Ах ты ж паскуда. Вот так. О, хорошо, что хотя бы в воду упали. Ну, в принципе. А где ты? Я тебя видел. Вот ты. Стой. Да стань ты на место. В полете. Опа, снайпер. Даскбол. Быстренько, пока еще ночь. То есть, ребят, мы словили Шайни Зубата, мы его сейчас поставим в магазин. Мы словили Шайни Хот-Хот, мы его сейчас поставим в магазин. То есть, уже два новых Шайни Покемона только за пару минут. И еще двое людей сейчас добавятся в музей. Так, Артём 944 я тебя удаляю. А кто там еще? Я просто хотел посмотреть, знаете, опять забыл. Так. Шайни Худ, Шайни Зубат, только не... А, вот Шайни Зубат, и точно, Хундур. Ну, тебя я тоже забыл, если честно. Хундур. Так, ладно, то есть еще три новых покемона. А тут еще Магнемайт есть, точно. Вот он. Так, Магнемайтушка, кого бы тебе добавить? Давайте X-Drave. Вот так, поздравляю. Дальше. Зубатишка. Зубат. Вот так. Так, X-Drave, я тебя удаляю. Дальше у нас идет Мир Фантома. Чувак, я тебя просто запишу Фантом. Фантом. Дальше у нас идет. Кто там у нас идет? Хоун. Нет. Давайте тогда Хот-Хота уже поставим. Ход. Вот так. И давайте поставим. Вот так. Дальше. Мир Фантом я тебе удаляю с блокнота. Настя Галкина у нас идет. Ну, как раз подходящий покемон, мне так кажется, более-менее. Такой милый, няшный, да? Галкина. Поздравляю. Так, удаляем тебя с блокнота. Дальше. Фундур, да? Хундур. Вот так.
Ну, нет, это он уже как-то... Ну, как-то вот так. Дальше. Кого бы добавить? Макс Тайгер. Ты, походу, у меня опять... А ну, ща я просто тебе посмотрю. Я тебе же добавлял, да? Да. А ты у меня два раза почему-то в блокноте записан. Удаляем. Дальше. У нас по списку дальше идет Саша Федорук. Добавляем. Саша Федорук. Вот так. Ну что, ребята, подведем итоги. В этой серии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 новых людей попали в музей только за одну серию. 11. Это, в принципе, если честно, много. Я надеюсь, вы все рады, кто попали в музей. Но те, кто попали в музей, наверное, еще похлеще правила, чем те, кто не попали. Потому что те, кто попали в музей, вы не думайте, что если вы сюда уже попали, то вы можете перестать комментировать. То есть могут быть такие, которые подумают: а, ну я уже есть музей, нахрена мне дальше комментировать, если я уже туда попал. Не, чувак, если ты сюда попал, то значит тебе дальше нужно продолжать комментировать. Потому что если ты сюда попал, тебя заметили и добавили в музей. А если ты будешь думать, что ты уже попал в музей и дальше тебе не нужно комментировать, потому что ты уже в нем находишься, то извини, но если ты перестанешь комментировать, то я тебя удалю с музея. Так, ну что, Зоруарк, это все есть, Саринг есть. Ах, сейчас. Опа. Типига нужно будет, Иви есть все. Дактрио есть, Чаризард есть. Крокурок. Ребята, еще один новый покемон. Еще один новый человек сейчас попадет в музей. То есть 12 людей за одну серию. Это рекорд. Крокурок. Вот так. Ну, может, еще немного. Вот так. Саша Федорук, я тебя удаляю. У нас дальше идет Слоупок. Я просто смеюсь, то, что Крокурок будет носить имя Слоупок. Но, ладно. Так, Слоупок, я тебя удаляю с музея. Фу, ну, ребят, вы... Так, что я еще хотел? Экстримчик, Экстримстар меня попросил переименовать его. Но я не помню, где ты находишься. Белкоскрет? Нет. Я, честное слово, я не помню, где ты находишься. Это не ты? Нет. Вот ты. Персик. Вот так он попросил. Больше никто меня не просил, вроде. Вроде больше никто не просил поменять ему имя. Вы можете писать в комментариях, то есть напишите там: Эдисон, вот такое у меня имя, я нахожусь в музее, пожалуйста, поменяй вот это имя на другое имя. Я запишу и потом вас потом поменяю. Так, ребята, ну, в принципе, я так думаю, можно уже на этом заканчивать. То есть, это я хотел вот это показать в предыдущей серии, но в предыдущей серии планы поменялись из-за того, что мы нашли легенду, да? Поэтому было как-то не до этого. Так, ну, 12 человек в одной серии попали в музей, это, если честно, очень круто. Я еще даже на Сквиртла не поставил, я Сквиртла пропустил. Ладно, еще одного человека можем добавить, допустим, давайте добавим. А, не допустим, а кто дальше у нас идет по списку? Раздатчик у нас идет дальше по списку. Раздатчик. Вот так. Ребят, перед тем, как закончить, вы уже можете выключать, если вы дальше не хотите слушать что-то о музее. Но я сейчас не напишу, а скажу то, что я, в принципе, сейчас немного думаю. Те люди, которые уже комментируют долгое время. Ребят, вы не сдавайтесь, потому что вы уже можете находиться в блокноте. Есть такие люди, которые прокомментировали 20 серий подряд, а я их и добавил сразу, когда они начали активно комментировать. То есть они активно начали комментировать на первой серии. А вышло уже 20 серий. То есть они комментировали 20 серий подряд. Но я их заметил только где-то, ну, допустим, на 12 серии, да? И на 12 серии добавил их уже блокнот. Уже прошло 10 серий, а они, в принципе, дальше продолжают комментировать, как, в принципе, правильно и делают. Но они не знают, есть ли они в блокноте или нет. Но на самом деле они есть в блокноте. И они уже сдаются, то есть: Эдисон, все, я много комментировал, ты меня не добавляешь в музей, и все, я перестаю комментировать, дизлайк, отписка. А потом через 10 серий, когда подходит очередь уже того человека попасть в музей, то есть когда уже действительно... А ну, сейчас я только хочу что-то посмотреть. 15 FPS.
21 FPS. Короче, как я понял, в музее будет потом очень лагать из-за множества статуй, ну ладно. То есть, и те люди, знаете, уже просто уходят. То есть, все, я много комментировал, ты меня не добавил в музей, все, я ухожу, дизлайк, отписка. А потом через 10 серий, когда уже приходит их очередь, я их уже добавляю в музей. Они уже это не видят, потому что они уже ушли, уже не смотрят. Потому что они горчились по этому поводу, что не попали в музей. Но потом, когда приходит их очередь, они уже не знают, что вот, они попали в музей. Поэтому, ребята, вот ты, чувак, который сейчас меня слушает, вот прям ты. Ты не думаешь, что если ты комментируешь 30 серий подряд, то тебя нет в музее. И даже не думай писать, что вот Эдисон, я уже много комментирую, что я есть в блокноте. Или Эдисон, я много комментирую, но ты меня не добавляешь в музей, все, я ухожу и не буду тебя смотреть, только потому что ты не добавил в музей. Не надо вот этого, потому что именно ты уже можешь находиться сейчас именно в блокноте. Ты не думаешь, что если ты 10 серий подряд не попадаешь в музей, и если ты еще 10 серий подряд не будешь попадать в музей, то это не значит, что я тебя не хочу добавлять, или я тебя не замечаю, или я тебя не записываю в блокнот. Потому что ты уже в данный момент можешь находиться в блокноте, но ты просто этого не знаешь. И все, что тебе нужно, это просто дождаться своей очереди. Пока мы словим еще покемонов, пока мы добавим новые статуи в музей, пока мы занесем имена тех людей, которые стоят выше тебя в очереди в музей, и просто подожди своей очереди, и потом ты попадешь в музей. Все, что это нужно. Сделать это просто подождать. Поэтому, ребят, не расстраивайтесь, а просто дальше продолжайте комментировать, и я буду записывать, сколько комментариев вы оставили. То есть каждый комментарий вас считается. Чем больше комментариев вы оставили под каждым новым видео, тем лучше. И, в принципе, если вы какое-то видео пропустили, ладно, вы можете куда-то уехать. Но можете, в принципе, потом зайти прокомментировать. Поэтому, ребята, продолжайте дальше и попадете в музей, если будете активно комментировать, не забывать. И комментировать каждое видео. И ставить лайки также. Поэтому, ребят, давайте заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.